Привет. Чего, как дела? Нормально. Собрал? Да. На, тебе на хабе. Да нет, там на лагере нужнее. Как пожелаешь. Ну ладно, давай. Даже картошку почистить не мог. У тебя сестра голодные уроки делает. Со школы вызывали. Звонили. А когда мне ходить? Я на двух работах пошел. Ну ты же хороший у меня, пацан. Ну возьми-то за разум. Ну не ради меня, так ради отца хотя бы. Я короче, телек смотрю, слышу, у меня под окнами кто-то лазит. Я вообще понять ничего не могу. Я спускаюсь. Тихо. Толки. Ништяк. Привет, девчонки. Привет, здорово. Давайте знакомиться. Девочку говорил тебе прикатил, да? Девочку, беленькую. Ага, привел мне девочку беленькую. Шок. Ну че, кого, пацаны? Даже телок прикатать не смогли. Каких телок? Ты собаку эту видел? Какая там собака? Шавка вылетела. Вы чуть не обоссались от нее. Если честно, я бы сейчас что-нибудь вкусненького пожрала. Ты постоянно жрать хочешь. Сумку бы дернул, пожрал. Какую сумку с собакой? Какая? Сиди, молчи! Они вообще, пацаны, берега попутали. Их делать уже пора. Да неправильно это. А что правильно? Ну ты мне скажи, что правильно. Ты сам видишь, они в себя поверили. Их на место надо ставить. Бандаев, что молчишь? Попомни мои слова. В тюрьме ты окажешься, Бондаренко, с таким поведением, что тебе на наш. Бондаренко состоит на учете в отделе полиции. Последний раз был доставлен в марте 2016 года. Семью убитого я знаю очень давно. Мы жили на одной площадке. Жена его очень любила, и он ее любил. Она всегда очень нежно и тепло о нем отзывалась. Он очень любил детей. Прошу суд назначить максимальную меру наказания за убийство моего друга. Признать Бондаренко Михаила Олеговича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему за данное преступление наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Никанора! Кумит Алексеевич. Год рождения. 11 октября 2001 года. Статья. 102, часть 3. Срок. 7 лет. Алексей Юрьевич. Начало срока. Год рождения. 28 сентября 2016 года. Задание срока. 25 сентября 2023 года. Один год и 2 месяца. Нет. 22 сентября 2016 года. Конец срока. 17 ноября 2016 года.
с умилением на ней царица взор остановила. Кто, как не поэт, выражает голос целого поколения? Что смешного? Расскажите мне, давайте вместе посмеемся. Запомните, дети, поэт – это человек возвышенный, а не уличный очепенец. Как Бондаренко. Что-то ей сказать? То есть вы хотите сказать, что поэтом не может быть хулиган или кочегар? Разумеется. А как же Есенин? Ну, это исключение из правил. А Высоцкий? Завтра еще встретимся. Давайте, вот здесь по местности рядышком. Все, давайте, пока. Ребята, я хочу вам представиться. Меня зовут Дарья Николаевна Тумакова. Я психолог. Несмотря на то, что ваша свобода временно ограничена, вы имеете не только обязанности, но и права. Если ваши права кем-либо нарушаются, вы всегда можете обратиться ко мне за психологической помощью. Следующий. Третий барак пойду. Мне там привычнее. Ну-ну. И ты куда? К своим. Четвертый. Бондаренко Михаил Сергеевич. 105-е. Сам убил или попросили отсидеть? Чего молчишь? Отвечай, когда начальник спрашивает. Ты что, глухонемой, что ли? Иваныч. Алексей Иванович, поспокойнее, пожалуйста. Теперь ты знаешь, где мой кабинет, а тебе вот прямо за угол, там третий корпус. Здорово, Миша. Я Хорь. Это мой близкий Руся. Здорово. С воли отписали, что ты порядочной жизнью живешь. Давай к нам в барак. А дальше мы решим, что с тобой делать. Опа! Возьми веник, сыграй. Настроишь, сыграю. Кто на хате хозяин? Паук. Он всегда здесь живет. Забей в девятку. Сразу пацаном признаем. Я арестант, а не футболист. Подойди к столу. Статья 105, часть 1. Мокрушник. Бондаренко Михаил Сергеевич. Кощей. Располагайся. Что же с нами станет? Коммунала, с ожих на
привыкли к холодам. Я вижу в облаках птиц крикливых караван. Люди в торопях, после работы по домам. Всюду толкотня, море забот в их головах. Дел до потолка и опять товар подорожал. Пустые их закрома, виноват госаппарат. День на закат, и я смотрю по сторонам. Свет фонаря поломал квартала пополам. Межгорный котлован в форме корабля. Где-то острова, там вечный карнавал. По дворам, мимо надписей на гаражах. Такой вот альманах район нам даровал. По дну городка я плыву плавно на волнах. Прямо к братанам, по ним затасковал. Жизнь городка так быстро крутит барабан. Но дорогая, пусть во мне загублен космонавт. Рад, что не в кандалах, в мыслях не кавардак. В душе есть доброта, это ведь благодать. Серых